Обновленный парк «Дружба народов» стал местом встречи финалистов всероссийских и международных конкурсов, учащихся учебных заведений области. Глава региона вручил воспитанникам учреждений дополнительного образования сертификаты партнера от Яндекс.Лицея за достижение особых успехов в научно-технологических конкурсах, а также памятные подарки за победы в олимпиадах и конкурсах. И я неустанно повторяю о том, что Ульяновская область, Симбирская губерния, в которой раньше жили наши родители, наши предки, всегда была родиной талантов. И благодаря вам она такой и остается. Хочу сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы достойно продолжаете и приумножаете успехи предшествующих поколений, за то, что вы таким образом прославляете и наш регион, и наш город, и в целом Российскую Федерацию. Как подчеркнул губернатор, в Ульяновской области созданы все условия для развития талантливой молодежи. Уже несколько лет в регионе работает сеть детских технопарков «Кванториум». Многие из присутствующих на мероприятии ребят занимаются в них не первый год. Результат налицо. Они победители всероссийских и международных технологических конкурсов. Несмотря на то, что мы одноклассники, наша команда сформировалась во время занятий по проектной деятельности в технопарке «Кванториум» в направлении нанотехнологии. В соревновании «Сколково Junior Challenge» мы соперничали с 250 командами школьников 7-11 классов. За 2 дня мы изучили поставленный вопрос, связанный с организацией жизни на Марсе, и подготовили защиту проекта. Кроме того, в ходе торжественной церемонии почетную грамоту и благодарственные письма получили 4 педагога дополнительного образования Ульяновской области. В их числе преподаватель детского технопарка «Кванториум» Игорь Евтушенко. Занимаюсь проектной деятельностью с ребятами уже 2 года. За это время при помощи технического оснащения удалось реализовать несколько интересных для школьников и в то же время современных проектов, которые позволили нам принять участие в сразу нескольких интересных конкурсах. На самом деле, вот ребят, которые приходят в «Кванториум», отличает жажда знаний, жажда узнать что-то новое. И хорошо, что есть такая платформа, которая позволяет это реализовать. Как отметила министр образования и науки региона Наталья Семенова, которая присутствовала на встрече, в этом году планируется запуск мобильного «Кванториума» – федерального проекта технопарка на колесах на базе автомобильной станции, осуществляющего обучение детей программам инженерной направленности в отдаленных населенных пунктах. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ул-Правда ТВ.